Всем привет! Сегодня 4 апреля. Вот синий самечек у меня сидит тут. Поменялся с самочкой. Тут шухер навел. Всю газету сюда перетащил. Сидит, охраняет. Ладно, пусть охраняет дальше. Смотрим, тут второе гнездо. Это у меня самочка на вторую кладку, которая пошла. Вот там уже вылупились у нее. Сколько штук, не знаю. Но это не буду ее сейчас шугать, чтобы она слетала с гнезда. Пусть сидит, что они только недавно вылупились. Ладно, сейчас смотрим дальше. Тут самец. На вторую кладку сел. Птенцы вылупились. Вот сидит, охраняет. Ну, вообще злой, как собака. Клевать начинает. Ладно, ладно, все. Смотрим сейчас следующее. Тут 6 яиц. Это у меня природники снесли. Но они шугаются. Не сидят до последнего. Смотрим дальше. Тут вот эти барбосы уже здоровые, все не вылетают никак. Вот 5 штук архаровцев таких красивых. Ну, уже вроде один уже вылетал, обратно залетел. Ну вылетит. Ну шипят как на меня. Злые все какие-то. Или кушать он просит. Ладно, оставляем их. Самцы спустились сейчас. Поедят. Будут птенцов кормить своих. А вон эти уже зелень сама клюет потихоньку. Но еще все равно проще. Здесь и самечки спускаются. Так вот, вот молодничок весь уже спустился, уже все поклевывают. Те 5 штук только еще не вылетели вот с дальнего гнезда. На днях, наверное, вылетит. Вот самчишка уже почти долинял. Голова красная. Thank you.
самочки там носятся. Что у них ужин настал, уже вечер. Ну а на этом все. Всем пока.